Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик после вчерашней беготни в колду. Весело возвращаться в битву замков. В общем, поехали. Что у нас интересного есть на английском? Некоторые новые акции. Ну, такие, как обычно, донатные. Коллекционер. Ну, такой. Не очень по сравнению с другими. Такое же, в принципе, донатная акция. Магазин. Добавили сюда вальс. Давайте так сделаем. Рефреш минус 50. В принципе, у меня тут есть. Можно некоторые итемы позабирать. Так, красные я брать не буду. Вот за 8000, в принципе, довольно-таки неплохо. Плюс упали в цене сменки. Blade Dance для бездона есть возможность 50 карт на арену. Ну, у меня их 1200, они бессмысленны. Поехали еще посмотрим. Так, 100 эссенций. Тоже довольно-таки неплохая тема. 6000 камешков таких. Ну, их тоже запас довольно-таки большой. Поехали дальше посмотрим, что еще интересное. Так, эти камни, ну, честно скажу, они такие себе. Так, попробуем. Бум, 8. Ну, апекс кристаллов, в принципе, хватает. Лучше такие плюхи. Ну, то есть для бездона вальс можно получить, в принципе, как вариант. Выгодно или нет, это уже другой вопрос. Так, дальше у нас идет карта. Я в нее так и не бегаю. Блин, фармить. Поехали дальше. Что есть интересного? Fortune Hunter. Новая акция. В принципе, тот же самый Amazon. Только единственное, что здесь вы можете получить, это на халяву купоны. Так. Давай, заходи. Что-то она через раз заходит. Не хочет. Ладно, давайте что-то другое поим. Так, спри, борт. А, настолка. Вот так вот настолочка есть. Вчера на Тайване батя писал, есть. Дуэлянта добавили. Заклинательница. Настолку, по сути, вообще похерили. Судя по призам, единственный вариант, это можно вытащить отсюда вольта на халяву. Остальные все плюхи за один этот, ну просто ни о чем. Ну, зайдет или нет? Да, зашло. Вот такая вот акция новая, где вы можете получить неплохие призы. Вот правила читаем. За 3000 гемов, включая бонус, вы можете получить шанс спина. Рандомный прайс. Вот так вот. Samsung Galaxy Note 10. Обалдеть. 500 на Amazon. Ну, то есть обалденные акции. Зефирка и прочие. Супер пэты. Короче, дофига всего. Статуэтка. Ну, вы сами понимаете, какие здесь шансы. И, ну, не знаю, пишите в комментах, кто в эту игру играл и что-то интересное вытащил. Но это пока только здесь. Так, это за вход. Какие-то социальные сети. Сейчас посмотрим, что это такое. А, вот эта вот акция есть уже и здесь. Это через Facebook залогиниться. Восьмые эмблемы там дают, если я не ошибаюсь. Clashers Days, Dragon Orbs. Ну, в общем, посмотрите, сколько обалденных акций на английском сервере. Сейчас посмотрим, или на других есть. Plant Prizes, Prospector. Офигеть, сколько всего. По рынку. Ну, в принципе, дуэлянт все дешевле и дешевле становится. Уже 50 карт сюда лепят, как видите. Ну, то есть оно все дешевеет, дешевеет. Воодушки. Короче, ничего такого сверхъестественного нового нет. А, вот смотрите, еще какой коллекционер. Обалдеть. Ой, тьфу ты, коллекционер. Накопление. Сразу же оккультиста.
Дает. Ну, в принципе, выгодное предложение сегодня. Так, окей. Поехали дальше. Поехали посмотрим, что у нас на русском сервере есть интересного. Так, набор сокровищ. Да, каких ни героев. Землеройка, Фрейка, 389 и плюхи. Один этот. Это, конечно, смешно. Ну, набор за один самоцвет халявный, красавчики. Вот это хоть что-то. Один наборчик за этот. Это, конечно, жесть. Разбиватель, карта богатства, парящий остров. Посмотрим еще по акциям. Базар, день замка владельца, войди, бонус, цветущие. Да. Большая сокровищница. Поделись с друзьями. Ну вот есть поделись с друзьями Facebook. Типа кто-то будет и осенние подарки какие-то. Да. Не ахти. Разбиватель, бонусы. Короче, за донат. Сундук сокровищ. ББшка, препарат роста. Такое себе фобос в счастливом. Разбей яйца, огни крыл, ничего не поменяли. Поменяй, понятно. Осенние подарки. Короче, такое себе. В общем, такие вот на русском сервере плюхи. Я даже не знаю, даже честно говоря, логиниться это все собирать. Настолки так и нету. Хватайку хотя бы провели, но настолки так и до сих пор нету. Так, накопление. Вот обалденные акции для бездонов, где можно с 300 самого сделать 3000. Это реальность. За неделю на квестах это вполне реально. Так, смотрим, что у нас тут есть. Тоже куча разных акций. Пиратик, который идет тоже, как видите, не один день, а несколько. Тоже классно. Так, понятно. И где-то у нас здесь должен быть. Должна быть тоже настолка. Сейчас посмотрим. Что здесь дают? Это за вход, это акция через на призы, на логин. Ну, то есть вы можете 8 эмблемы получить. Так, не вижу. Что, она уже поменялась? Наверное, скорее всего, она до утра была. Ну и фиг с ней. Так, идем еще немку глянем. Что там на немке? Я гляну сейчас. Я гляну сейчас на... Так, тут куча разных новых акций. Глянем, что есть на сервере сегодня интересного. Так, это понятно. Хватайка, по-моему, если я не ошибаюсь. На если тоже есть дофига всего. Так, да, хватайка.
Так, обычный приз я словил. 300. Так, грабер. Сейчас посмотрим, что это за грабер такое. Плюс 500, плюс 1000, плюс 1. Так. Блин, вот это вот реально топовый тоже коллекционер. Посмотрите, что здесь делается. Вот мешок розы за Вервульф и пират. Тоже обалденный. Фобоса можно получить. Так, скин. Так, понятно. Чем рынки у них есть. Такое себе. Ну, в общем, ладно, поехали на сервер. Там все повеселей будет. Так, вот наш айосик. Сейчас вам покажу, как живут на АЭС люди. Коллекционер героев. Смотрите, Зарино. Просто бешеные акции. Космо. Сундуки, блин. Ну вот Зарина, рогатка. И это, конечно, круто. Магазин скидок. Перейти. Так. Ну, пожалуйста, халявный скин на Анубиса топовый. За 3500, правда, но... Можно, конечно, его себе позволить, но мне он не нужен тут. Мы копим на другую карту богатство и парящий остров. Так, есть. Войди в игру на столка. Посмотрим, какая она. Ну, наверное, скорее всего, такая же, как и на английском сервере, то есть один в один. Ну, нет, чуть-чуть друг. Или там тоже Queen Wash была. И, по-моему, такая же. Интересно, когда я уже выиграю вольта? Опять руны. Так, поделись с друзьями. Это то же самое. Это фейсбучная акция. Вы можете получить рунки. Охотник за богатством. Вот так вот. Новая эта акция. Она есть здесь на английском. На русском, к сожалению, нет. То есть можно выиграть телефон. Но там, наверное, шанс такой, что просто как обычно. Так, что по рынке здесь? Так, рынок. То же самое, все один в один. Пакеты накопления. В общем, вот так вот. Вот так вот, ребятушки, как видите, на других серваках поинтереснее все-таки. Даже для донатов и без донатов. Пишите комменты, ставьте лайки. И кто играл в эти акции. Всем удачи, всем пока.